Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Новости региона», в студии Виталий Барташевич. Смотрите сегодня в выпуске. Новый уровень диагностики и лечения. В Барановичах после реконструкции открыт хирургический корпус. Профессия для настоящих мужчин. Лучший спасатель Белоруссии служит в Пинске. Страна, которой больше нет. Вещи из ГДР теперь музейный экспонат. Качество оказания медицинской помощи выходит на самый современный уровень. В городской больнице Барановичей начал работу хирургический корпус, оборудованный новейшими медицинскими аппаратами – компьютерным томографом и ангиографом. На их приобретение было выделено 48,5 миллиардов рублей из республиканского бюджета. Современные диагностические комплексы позволят барановичской медицине своевременно и в полном объеме оказывать пациентам необходимую помощь. Подробности в нашем репортаже. На официальной части, прежде чем перерезать символическую красную ленточку, было сказано много слов о цифрах, затраченных на оборудование, и о том, как долго город к этому шел. Главный врач больницы Василий Романовский вспомнил сегодня кажущийся далекий 1985 год, когда он пришел сюда работать врачом-интерном. Возможности того времени и сейчас. Это фантастика, это возможность исследовать любые сосуды, в том числе коронарные сосуды. Это возможность следовать и оказывать оперативное вмешательство на любых сосудах, в том числе на сосудах сердца. Это уровень, достаточно высокий мировой уровень. Я надеюсь, что мы его достигнем. Хочу сказать, что самое ценное – это жизнь и здоровье человека. Хочу пообещать вам, что мы постараемся оправдать, и мы оправдаем все те надежды, которые возложены на медицину города. И будем работать на то, чтобы наши люди жили долго и счастливо. Спасибо. Право перерезать символическую красную ленту было предоставлено председателю Барановичского горосполкома Юрию Громаковскому, начальнику управления здравоохранения Брестского облсполкома Виктору Михаловскому, главному врачу городской больницы Василию Романовскому и директору филиала номер 111 25-го стройтреста Николаю Лешкевичу. Без преувеличения можно сказать, что с этой минуты здравоохранение нашего города шагнуло далеко вперед, в уверенное будущее качественной медицины. У обновленного хирургического корпуса появился уютный приемный покой, к которому могут подъехать два автомобиля скорой помощи одновременно. Немаловажен и тот факт, что в хирургическом корпусе сделан эвакуационный выход, что немаловажно для обеспечения безопасности людей. Установленный компьютерный томограф стоимостью 28,7 миллиарда рублей позволяет высокоэффективно исследовать внутренние органы человека всего за 34 минуты. Его удобное расположение в помещении больницы рассчитано на быстрое оказание помощи поступившим из приемного отделения пациентам. Раньше людей с черепно-мозговыми травмами и острым нарушением мозгового кровообращения доставляли в приемный покой, а затем их необходимо было транспортировать через весь город в онкологический диспансер для обследования. Доступной качественная медицинская помощь станет и для жителей близлежащих районов. Например, для пациентов с инфарктом миокарда или инсультом необходимо оказать помощь в первые же 90 минут. Приобретенный в горбольницу ангиографический комплекс стоимостью 18,7 миллиарда рублей приведет к кардинальным изменениям при оказании медицинской помощи пациентам с сердечно-сосудистыми и мозговыми катастрофами. Ангиографическое исследование позволяет выявить сосудистую патологию практически всех органов и систем. Во-первых, позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, особенно с экстренной патологией. Это тяжелая черепно-мозговая травма и острое нарушение мозгового кровообращения. Раньше приходилось нам этих пациентов, привозили в приемный покой, привозили также Изганцевич, Сляхович, Сывацевич, и нам приходилось их транспортировать на компьютерный томограф в онкодиспансер. Это практически через весь город для того, чтобы обследовать больного, выявить патологию и определиться, необходимо ли хирургическое вмешательство или можно лечить пациента консервативно.
Но ввиду того, что первые трое суток кровь не светится, и на магнитно-резонансном томографе, который был и есть, он сейчас тоже суперсовременный аппарат стоит, но ввиду того, что свежая кровь на нем не видна, то именно компьютерный томограф позволит в ближайшие минуты, даже десятки минут, установить диагноз. А очень важно установить, это геморрагический инсульт, как вот народа говорят, кровоизлияние, либо это за счет тромба, то есть наступил тромб и наступает инфаркт головного мозга. Тактика лечения совершенно разная. Если кровотечение, его надо останавливать, если тромб, его надо лизировать. И вот с учетом того, что есть компьютерный томограф и этот ангиограф, можно также инсульты будут лечить. Постепенно наши сотрудники тоже этим методом освоят этот метод. И можно такими же будут стентами вводить в головной мозг, открывать артерии и спасать людей от инсульта. Специалисты горбольницы готовы работать на оборудовании. Все они прошли соответствующее обучение в Минске и Бресте. Кроме того, в первые месяцы барановичским медикам будут помогать коллеги из Бреста и из Москвы. Это совершенно другой уровень и качество оказания медицинской помощи. Когда устанавливаются именно вот ангиографы, сразу же пропадает, скажем, потребность в том количестве кардиологических коек, которые очень дорогие для лечения данных пациентов. Легче предупредить болезнь, чем ее лечить. И, соответственно, в плановом порядке, когда начнем обследовать пациентам, ставить эти стенты, не доводить больных до инфаркта, соответственно, необходимость в коечном фонде будет уменьшаться. И когда наши специалисты будут осваивать эти инвазивные методы, станет вопрос о сокращении коечного фонда и, соответственно, перераспределение денег на амбулаторный этап и на расходный материалы к этому ангиографу. Ну а стационарная койка, это известно, она намного дороже, чем амбулаторная помощь и скорая помощь. Если вот сказать, что кардиологическая помощь порядка 540 тысяч в сутки обходится, а реанимационная от 3,5 до 5 миллионов в сутки нахождения пациента в реанимации. И если взять больного, который поступает уже с инфарктом миокарда, в принципе, до 15 дней он находится в стационаре, потом на реабилитацию переводится, после реабилитации ему оформляется группа инвалидности, это опять же медикаменты, это опять же льготное медикаментозное обеспечение, но это очень большие затраты для государства. И если посчитать даже это дорогостоящее оборудование, его обслуживание и расходные материалы, если все полностью посчитать, то оно окупается с лихвой, но самое главное, что это здоровье людей. В течение последних полутора лет в развитие здравоохранения вкладываются огромные средства. Помимо таких масштабных приобретений, старое морально устаревшее оборудование заменяется новым. Например, рентгенологические комплексы. В этом году завершилось их обновление. С их помощью можно выполнять рентгеновские снимки с высоким качеством, удобно хранить и переносить информацию, в том числе отправлять ее по электронной почте. Цифровой формат позволит значительно снизить расходы на рентген-пленку и химические реактивы. В городе в этом году завершена замена рентген-аппаратов. Все 4 рентген-аппарата установлены цифровые. Соответственно, что увеличивает различаемость, да, качество снимков на сегодняшний день, качество диагностики и, соответственно, уменьшается лучевая нагрузка на организм пациентов наших. И вот этим установкой 3 рентгенаппаратов мы завершили процесс замены устаревшего рентгеноскопического оборудования в нашем городе. В этом году обязательно мы введем в эксплуатацию гинекологический корпус Барановичского роддома. Вы слышали, когда мы проходили, и Василий Борисович хвастался своими новыми объектами. Мы закрываем буквально вот на днях уже приемное отделение старое в хирургическом корпусе и будем его модернизировать полностью за счет, в том числе и за счет спонсорской помощи, в том числе и за счет того, что больница будет делать этот объект хозяйственным способом, мы сэкономим, конечно же, значительные финансовые ресурсы и, соответственно, нагрузка на бюджет будет уменьшена на бюджет городской. Ну и планы, конечно же, стоматология. Первая стоматологическая поликлиника требует у нас ремонта, реконструкции, замены оборудования. Ну, надо подступаться к этому вопросу. И я думаю, в следующем году будем мы заниматься дооснащением, будем заниматься ремонтом. Тем более, что пришел в стоматологию к нам новый главный врач. Вот, ну и поэтому, конечно, надо его поддержать и, соответственно, создать условия для горожан.
С каждым годом город Барановичи становится все более привлекательным и комфортным для жизни. Немаловажную роль в этом играет и оказание качественной медицинской помощи, которая, несомненно, с 5 октября 2015 года вышла на совершенно новый прогрессивный уровень. 2-жды лучший спасатель Белоруссии служит в Пинске. Сотрудник горотдела по чрезвычайным ситуациям Александр Клетаница стал в очередной раз победителем республиканского конкурса профессионального мастерства. Одни из самых сложных и ответственных стартов среди сотрудников МЧС отличник боевой и физической подготовки прошел успешно. Подробнее расскажет Елена Михайлюк. Сколько жизней в чрезвычайных ситуациях спас работник МЧС Александр Клетаница, знают только его личное дело и люди, которым он помог. В горотдел по чрезвычайным ситуациям он пришел 7 лет назад, сразу после службы во внутренних войсках в роте специального назначения. Его приняли в штат сотрудников аварийно-спасательной части номер 3. Спасатель, а еще и спортсмен. Легкая атлетика, плавание, стрельба и альпинизм – вот далеко не полный список дисциплин, которыми увлекается герой нашего сюжета. Отличная физическая подготовка помогает и в работе. Выбрал профессию, пришел, когда после армии, как бы сразу именно решил в МЧС поступать, потому что с детства нравилась эта работа, все время наблюдал, как работают наши спасатели, жил возле пожарно-аварийной спасательной части номер 1, как бы, и была мечта такая работать в МЧС. Большую часть жизни Александра занимает спорт. Это закаляет спасателя. На состязаниях такого уровня пинчанину пришлось очень постараться, чтобы доказать свое лидерство. Он прошел теоретические и практические этапы. Бегал кросс и выполнял силовые упражнения. Как итог, первое место и звание победителя. Причем титул этот он завоевал во второй раз. Однако себя лучшим он не считает. Говорит, что оказание помощи людям – это его ежедневная работа, сопряженная с риском. В Пинске на улице Мичурина, помню, зимой там горел дом. И помню, что с козырька достал человека, сам порезался. И потом, когда оказалось, уже я его увидел, он был меня в два раза больше. Как бы, ну вот в таких ситуациях экстремальных, как бы сверх своих возможностей, оказывается, человека можешь поднять, там, спасти. Вот этот как бы случай сам запомнился. Также пинчанин Александр Клетаница – мастер спорта Республики Беларусь по служебному многоборью, многократный победитель и призер чемпионатов МЧС по служебному многоборью и легкоатлетическому кроссу. В этом году, в отличие от того, уже конкуренция была побольше, уже от второго места всего лишь 3 балла там нас разделило. Ребята очень, тоже очень сильные. Как бы. И вот даже сейчас мы готовимся на чемпионат России открытый. В моей команде именно первое, второе, третье место по лучшему спасателю получилось, так случайно собрались. В республиканском конкурсе старший сержант Клетаница участвовал во второй раз. На состязание такого уровня его командировало руководство аварийно-спасательной части номер 3. Служит он более уже 4 лет у нас в подразделении. Вот, конечно же, за период службы зарекомендовал себя только с положительной стороны, никаких нареканий в его сторону сказать нельзя. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвует в различных спортивных мероприятиях. Работа ведется с личным составом очень большая, не только в профессиональном уровне, но также по линии спорта. Для этого у нас имеется в отделе специальная психполоса, на которой повышает свой не только профессиональный, но и физический уровень, дымокамера, которые тренируются наши работники, и спортзал. И даже в свободное дежурство время лучшему спасателю страны не до отдыха. Он на полигоне и занят подготовкой к очередным стартам, на этот раз международным. В минувшем году в стране было зафиксировано много случаев употребления спайсов. Некоторые из них имели трагический финал. Сегодня ситуация с употреблением этих синтетических веществ стала более стабильной, а врачей вооружили экспресс-тестами. Так в Солигорске снизилось число пациентов, которых доставляют в больницу в состоянии тяжелой интоксикации после употребления курительных смесей. Такую положительную динамику отчасти врачи связывают с возможностью работать более оперативно. Факт употребления спайсов теперь можно подтвердить на месте.
Настоящая волна употребления спайсов прокатилась по Беларуси в прошлом году. Не стал исключением и Солигорск. В больницу в тяжелом состоянии доставлялись жертвы курительных смесей. Видя реальную картину токсикологического опьянения, на месте подтвердить факт употребления наркотических средств врачи не могли. Биологические образцы направляли в столичную лабораторию, чтобы через несколько суток получить результат. Но и там не всегда могли точно распознать, какое вещество принималось. Сейчас ситуация изменилась. В Минской лаборатории появилось новое оборудование, а врачей на местах обеспечили экспресс-тестами. Присутствие в организме синтетической марихуаны, которой пропитываются курительные смеси, теперь можно подтвердить в течение 5 минут по анализу мочи. Данную методику мы применяем как при проведении освидетельствований по направлению сотрудников правоохранительных органов, при подозрении на употребление того либо иного наркотического либо психотропного вещества. Также данные тесты мы используем у себя в диспансере для подтверждения ремиссии. То есть человек, когда состоит у нас на учете, он у нас наблюдается, вот для того, чтобы действительно объективно подтвердить, что он ничего не употребляет, чтобы не быть голословным, периодически по, как говорится, решению доктора данные пациенты тестируются. Какой-то определенной системы нет, то есть это всегда внезапно. Пациенты об этом никто не предупреждает, чтобы не имели, как говорится, возможности подготовиться заранее. Теперь работа врачей стала более оперативной и в плане подтверждения факта употребления особо опасных психотропных веществ, к которым отнесены курительные смеси, и в возможности правильно выставить диагноз и оказать адекватную медицинскую помощь. Прокатившуюся в прошлом году волну употребления спайсов врачи отчасти связывают с невозможностью точного анализа и, соответственно, безнаказанностью. Сейчас ситуация изменилась. Пациентов в состоянии тяжелой интоксикации после употребления спайсов стало значительно меньше. Но с приходом осени у наркологов появляется и другая проблема – употребление подростками галлюциногенных ягод, грибов, семян, что тоже приводит к психическим расстройствам и непоправимым изменениям в структуре головного мозга. Мы отмечаем эту тенденцию. У нас отмечается доставление чаще все-таки подростков с отравлением вот атропиноподобными средствами. То есть употребляют различные ягоды, семена, грибы, содержащие токсические вещества, которые вызывают вот такую картину токсикоманического опьянения. На сегодня в Солигорском психоневрологическом диспансере состоят на учете в связи с употреблением наркотических и психотропных средств 707 человек, 520 из них с синдромом зависимости. Социализация детей с ограниченными возможностями – процесс сложный и многогранный. Без помощи специалистов не обойтись. Часто обучение таких ребят становится возможным только в специализированных учреждениях. С воспитанниками и педагогами одной из таких школ – Кобринской государственной специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха – познакомилась Жанна Елизарова. Кобринская школа-интернат для слабослышащих скоро отпразднует свое 70-летие. Десятки благодарных выпускников, получивших здесь путевку в жизнь. Сотни теплых слов, которые на языке жеста не теряют своей искренности. Сейчас в школе-интернате учатся 110 человек. С ними работают психологи, сурдопедагоги, логопеды. Ребята занимаются по программе и общеобразовательной школы, и по особым коррекционным программам. Сердцем учебного заведения считается слуховой центр, где проходят индивидуальные групповые занятия по развитию слуха и коррекции произношения. Огромная работа проводится нашим коллективом педагогов по социализации обучающихся. Во-первых, это преемственность в работе учителей и воспитателей. Часы социально-бытовой ориентации, социального ориентирования в учебном плане плавно переходят в работу воспитателей по созданию именно основных жизнекомпетенций обучающихся во внеурочное время. Пятиклассницу Мадину мы застали у Татьяны Цупрунюк, учителя-дефектолога слухового кабинета. Девочка старательно отрабатывала все предлагаемые педагогом упражнения, желая, чтобы данные ее аудиометрического обследования оказались как можно более точными. Для молодой мамы Татьяны Пилипчук школа-интернат стала островом надежды, потому что здесь ее детям помогают справиться с жизненными сложностями. Школу посещаем второй год. Очень довольны. Ребенок ходит во второй класс, дочка в дошкольную группу. Активно участвуем в жизни школы, участвуем во всех мероприятиях. Мероприятия очень полезные, познавательные для детей, для родителей.
Всем довольны. Жизнь в школе-интернате подчинена строгому распорядку. С утра уроки, звонки, перемены, по расписанию обед. Во второй половине дня ребята посещают секции, кружки дополнительного образования, занимаются спортом. А еще они очень любят гостей, которых в школу приезжает немало. Уже без малого 20 лет спонсоры из немецкого города Нибюль обеспечивают детей современными слуховыми аппаратами. Эмоциональную помощь и поддержку оказывают волонтеры, дружбой с которыми дорожат здесь и взрослые, и дети. Ярким финалом одного из учебных дней стал урок доброты, который провели для учащихся начальных классов психологи из киевской школы «АЛЛАТРУШКА», которые считают, что стоит взглянуть на природу человека под другим углом, приняв как аксиому тот факт, что все дети изначально добры и талантливы, и процесс воспитания и обучения пойдет по пути успеха. Эти и другие идеи красной нитью прошли через весь урок доброты, после которого дети еще долго не хотели расходиться по домам и спальням. У нас возникло такое направление, которое называется психология и психотерапия АЛЛАТРА. И это совершенно такой вот интересный новый подход, когда мы стараемся раскрыть самое глубинное, внутреннее, то, что присуще каждому человеку. То есть мы обращаем внимание в своей работе именно на то, что дано каждому от природы, то, что есть в каждом. И вот это стараемся открыть, развить и взращивать дальше. Каждому человеку хочется жить в обществе, которое в обществе любви и добра, чтобы люди друг друга понимали, любили и относились друг к другу хорошо. То, что мы видим у нас как бы в стране, за рубежом, как бы не совсем соответствует тому, что у людей внутри. И вот мы решили такой инициативной группой делать что-то, чтобы в людях просыпалось вот это чувство любви и добра. Детки – наше будущее поколение, которое, подрастая, созидать будет свое уже общество. И когда в детях развита вот любовь, доброта, искренность, тогда и общество будет соответствующим. Сегодня, побывав на этом уроке доброты, я вижу, что дети у нас практически все одинаковые. Просто к ним нужен какой-то подход. И подход именно с подбором, то есть каждому индивидуально. И тогда все дети у нас прекрасные, хорошие, они могут раскрыться и показать. Все, кто побывал в эти дни в Кобринской государственной специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушением слуха, убедились, что в учреждении создаются все условия для гармоничного развития детей, причем обеспечивают эти условия педагогический коллектив, родители и настоящие друзья-волонтеры. Та триада, которая способна, если не победить недуг, то бросить ему серьезный вызов. Редкая и востребованная профессия. В Пинском пограничном отряде, единственном в Белоруссии, готовят водолазов для всех воинских частей страны. Курсанты, получающие специальность водолаз в учебном центре, завершают обучение и сдают экзамены. Пару часов с представителями романтической, но только на первый взгляд, профессии провела наша съемочная группа. 2 месяца теории, и будущий водолаз уже готов к практическим испытаниям. Первое, например, экстренное всплытие. Водолазное снаряжение изучают уже в деле. Занятия каждый день по 7 часов. Из них 60 минут непременно под водой. Итого за время обучения курсант проводит под водой в среднем 50 часов. Учебные спуски в условиях тренировочного бассейна. Это база, наследие старой школы моряков. Условия и задачи, кстати, реальные. Предметов уже не видно на расстоянии вытянутой руки. Перед погружением водолаз проходит инструктаж и получает задание. Первый спуск. Больше всего это запоминается первый спуск, это как первый поцелуй, как бы масса впечатлений. Это работа очень опасная, боишься, идя под воду, что там тебя ожидает. Водолаз, который перестал бояться, его можно уже с водолазов как бы увольнять, он не может. Водолаз должен бояться, когда идет под воду всегда.
Работа по экипировке водолаза коллективная. Один он фактически беспомощен, особенно на этапе снаряжения. Вес водолазного костюма и всех аксессуаров, в кавычках, более 80 килограммов. Одевать солдата помогают несколько человек. В комплекте водолаза шлем, рубаха и боты, нож и сигнальный конец. Без них спуски под воду категорически запрещены. Сегодня курсанты воинской части изучили новое оборудование. В Беларуси оно пока не поступило на вооружение ни в одну воинскую часть. Водолазное дело на самом деле очень опасное дело. Вот. После теоретической части и спусков в бассейне были у нас спуски в естественных условиях, на реке спускались. Там тоже выполняли водолазные работы, учились ориентироваться заново, несмотря на то, что 2 месяца спускались в бассейне, в реке заново учились ориентироваться, потому что здесь мы видим 4 стены, видим плитку, в реке видимость практически нулевая, то есть приходится тренироваться и учиться заново для того, чтобы выполнить работы. Основная работа, которую выполняют водолазы пограничного отряда – проверка и поиск утонувших вещей, от улик до, например, деталей автомобиля. Труд тяжелый и нередко даже опасный. Представители данной профессии востребованы не только во всех видах вооруженных сил Республики Беларусь. Многие выпускники курса имеют право служить в МЧС. Пинский пограничный отряд – единственный в стране, который обучает водолазов. Солдат Тихон Кононович всерьез задумывается о работе водолазом на гражданке. Ну, здесь мне выпала такая возможность великая стать водолазом. Это очень редкая специальность для Беларуси. В этом мне помогал старший прапорщик Дрончик, профессионал своего дела. Объяснял все доходчиво. Вот, ну, в армии как? Объясняют доходчиво, не доходит через голову, доводит через руки. Взял метлу и думай. Каждый спуск как первый, поэтому самые главные критерии отбора – идеальное здоровье и желание быть водолазом. Далеко не каждый из военнослужащих готов часами находиться под водой. Половина из этих ребят, как правило, свяжет свою жизнь с водолазным делом. Экзамен они сдали на отлично. 5 баллов, мы по-другому не учим. Следующими, кто примет учебную эстафету от курсантов-водолазов в Пинском пограничном отряде, станут бойцы специальных подразделений Беларуси. Познакомиться поближе с национальной культурой, приобщиться к белорусским традициям, насладиться богатым колоритом родного фольклора – все это могли жители Синеокой в рамках стартовавшей в конце августа республиканской акции под говорящим названием «Любить Беларусь». Масштабный проект – задумка телеканала «Беларусь-3» совместно с республиканским общественным объединением «Беларусь». Акция коснулась всех областных центров и крупных городов Беларуси. С яркой музыкальной программой по стране путешествовал один из ведущих ансамблей народной музыки на просторах Синеокой – «Беседа». С заключительным визитом в рамках грандиозного мероприятия коллектив приехал с концертом в Брест. О том, как это было, расскажет София Бережная. Позади порядка 5000 километров, более 14 тысяч зрителей, которым удалось прикоснуться к богатому песенному наследию Беларуси. Приехав в Брест, организаторы и участники акции, заслуженный коллектив «Беседы», как будто и не устали совсем. Брещан они тепло приветствовали уже в холле областного общественно-культурного центра. Делились впечатлениями о долгом и насыщенном путешествии, отвечали на вопросы поклонников, приглашали на финальный концерт. Мы с великим задоволением проезжаем, не глядя, что в это великий город, альбом это агрогородок, совсем такая маленькая вёсочка, тем Може, куди ще не завітав ні один артист. Ми завжди приїжджаємо з відкритою душою, з відкритим серцем. І посвяково кожна проходить концерт. Я думаю, що ви переконаєтеся сьогодні, коли приїдете до нас в концертну залу. Для того, чтобы проверить, насколько брещане любят родную Беларусь, перед началом концертной программы зрителям была предложена интересная викторина на знание белорусского языка. С помощью нее жители областного центра попробовали себя в роли языковедов. Сразу же после увлекательной разминки на сцену вышли музыканты коллектива. С первых минут они буквально заворожили публику. Судя по отсутствию свободных мест в зале, приезда белорусского ансамбля брещане ждали с большим нетерпением. Приезжая сюда, в каждый город, где мы выступали, я сталкивался с одной проблемой, что директора концертных организаций жалуются. Вот не продается зала, не продается коллектива, много научных гастролей и так далее, но мы не можем продать. Но если самое интересное, что рекламой каких-то вот российских зарубежных исполнителей
значит, заклеена вся, весь фасад. А если вы видели, так фишечка очень скромненькая у беседы, понимаете? Тем не менее, сами видите, что здесь полный аншлаг. Высокий уровень исполнительского мастерства, виртуозность, богатый репертуар, живая инструментальная палитра, оригинальное звучание. Все это отличает выступление заслуженного ансамбля Беларуси. Этим и объясняется его широкий успех у белорусской и зарубежной публики. В этот вечер со сцены прозвучало немало лирических и шуточных композиций, полюбившихся зрителю, а также новых зажигательных песен. Гастрольный тур коллектива в рамках республиканской акции «Любить Беларусь» закончился ярким концертом в Бресте. Однако музыканты ансамбля не планируют отдыхать. Профессионалы готовят для поклонников очередной сюрприз – юбилейный концерт. В следующем году заслуженный ансамбль отпразднует круглую дату 25-летия творческой деятельности. Мы готовимся к этому концерту, и для нас настал ответственный момент. Мы хотим показать новые песни, песни, которые полюбившиеся. И этот концерт, скорее всего, пройдет или в концертном зале «Минск», или во Дворце Республики. Кстати, заключительный концерт этой акции будет проходить во Дворце Республики. Билетов тоже нет. Понимаете, как и везде. И придут наши любимые, наши слушатели, придут наши любимые поэты. Мы хотим провести это на хорошем уровне. София Бережная, Дмитрий Хрущ, Антон Луговкин, телекомпания «Бук ТВ». Октября 1990 года прекратила свое существование страна, которая в каком-то смысле являлась частью Советского Союза, Германская Демократическая Республика. За более чем 40 лет своего существования она для многих советских людей стала этапом жизни. Там проходили военную службу, туда отправляли детей на оздоровление, а сувениры, привезенные из Германской Демократической Республики, имели особую ценность. Именно сувениры и подарки, в числе которых фарфор, необычные куклы, книги, а также другие предметы обихода, стали экспонатами новой выставки в музее Брест-Театральный, которая была открыта в преддверии 25-летия со дня ознаменовавшего окончание существования ГДР как административной единицы. Тему продолжит Анастасия Страбко. Страна, которой уже нет, такое название носит выставка, открывшаяся на минувшей неделе в музее Брест-Театральный. Более 350 экспонатов, среди которых книги, деньги, посуда, куклы, журналы, фотографии и многие другие вещи, на которых стоит маркировка «Сделано в Германской Демократической Республике», сегодня доступны для просмотра и изучения. По словам директора музея Анны Ковалевой, данная экспозиция – подарок тем брещанам, которые с ностальгией вспоминают о советской эпохе, и хорошая возможность потрогать историю на ощупь для тех, кто не застал данный временной период. Почему именно вот сейчас захотелось сделать эту выставку, потому что это город Брест. Все дороги шли через Брест, Брест западные ворота. У нас даже отдельная лейтенанта Рябцева была отдельная часть, которая занималась только передвижением всех войск, военных, солдат, офицеров, также и техники, снаряжения, продовольствия именно по линии ГДР. Вот. Поэтому я считаю, что, наверное, ну еще лет 20, наверное, каждый первый был связан с этой страной. Сейчас, может быть, уже каждый второй, каждый третий. Но я думаю, что практически в каждой семье есть дедушка, бабушка или какие-то постарше население, взрослое население, которое непосредственно, если не было там, не служило, то, по крайней мере, ездила в гости или получала от них подарки от своих соседей, родственников и друзей. По уже сложившейся доброй традиции, учащиеся 12-й школы помогают проводить экскурсии на базе музея. Ребята с удовольствием сами погружаются в изучение исторических вех, чтобы потом рассказывать посетителям о самых интересных и увлекательных моментах, связанных с экспонатами. Я рассказываю про киностудию «Дефа», которая существовала в ГДР с 1910 года. После войны там снимали документальные фильмы, а потом стали снимать фильмы про индейцев. В СССР дети очень любили эти фильмы и покупали себе луки и стрелы, и разделялись на дворы и так играли. Мне больше всего понравилось рассказывать про деньги. Они в ГДР были, назывались марками, и они были достаточно разными. От бумажных до других копеечек, вот, и их довольно было много, они были разносторонние. Дело в том, что на территории ГДР было очень много заводов, которые создавали фарфор. Но самыми популярными сервизами были мадонны. Их очень любили взрослые, и поэтому приобретали. Еще самым популярным сервизом среди детей были детские сервизы.
Такие сервизы очень любили дети, потому что когда они доедали суп или кашу, то они видели рисунок. И родители специально с ними играли. Налили супчик, и чтобы ты узнал, узнал какую сказку или картинку, ты должен съесть весь суп. К слову, посетить выставку может любой желающий. Для этого лишь важно записаться заранее. Все необходимые для этого координаты есть на сайте 12-й школы областного центра. Функционировать экспозиция будет до начала декабря. А потому у тех, кого интересует данная тема, еще есть возможность посетить с визитом музей «Брест-театральный». Это были новости. Мы рассказываем только о самом важном и интересном, что происходит сегодня в регионах. Всего вам наилучшего. Встретимся ровно через неделю.